Сегодняшняя тема. Врачи Краснодарского края призвали жителей региона провести Новый год в кругу семьи. Они запустили флешмоб под хэштегом «Не встречайте Новый год с нами» в Инстаграм. В социальной сети распространяются фотографии медиков из красных зон Краснодара, Ростова-на-Дону, Крыма, Новороссийска и других городов. Новые фотографии появляются каждый час. К ним присоединились коллеги из больниц и поликлиник, которые не работают в красных зонах. Все медики просят одного – оставаться в празднике дома. Почти каждый пост после слов призыва заканчивается фразой «Ну что, проведем этот Новый год дома?». Флешмоб добрался и до Петербурга, в Инстаграм начали появляться фото медиков с локацией «Санкт-Петербург», под ними тот же хэштег. Акцию заметили в Минздраве РФ. Официальный аккаунт ведомства выложил один из постов кубанских медиков к себе в сторис. Пользователи соцсети бурно отреагировали на акцию медработников. Жители из разных городов под постами начали писать слова поддержки врачам, желать силы терпения в борьбе с инфекцией, а также делиться публикациями с другими пользователями. В разных городах страны стационары по-прежнему переполнены, в Петербурге на этой неделе количество госпитализаций в стационары, перепрофилированные под COVID-19, выросло на 6,1% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили в Комитете по здравоохранению, город достиг исторического максимума с начала пандемии, на больничную койку за неделю отправили 5785 человек. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.